24 мая в России и других странах Восточной Европы широко отмечается День славянской письменности и культуры. Приурочен он ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Верхнее Волжье отпраздновало эту дату торжественными мероприятиями, а центром торжеств стал Тверской государственный университет. Традиционно там прошли научные конференции, концерты и, конечно же, ежегодное шествие студентов, которые объединили в одну большую команду представителей самых разных народов. Подробности в нашем следующем материале. Праздник связан с именами создателей славянской азбуки равноапостольных Кирилла и Мефодия. Именно 24 мая значится как день памяти этих святых. Дату отмечают не только в России, но и еще в 8 странах. Столица Верхневолжья традиционно день славянской письменности и культуры широко отмечается в Тверском государственном университете, что неудивительно, ведь вуз объединяет студентов ряда славянских стран. Тверской государственный университет является крупным центром международного сотрудничества, и поэтому участие студентов из различных стран здесь вполне естественно. Тем более, что в ходе такого взаимодействия и вырабатываются общие взгляды на мир, общие взгляды на современные проблемы, ищутся варианты решения этих проблем. В праздничный день студенты и преподаватели разных факультетов стали участниками тематической конференции «Славянский мир. Единство в многообразии». В мире наблюдается утрата культурных кодов, утрата культурной идентичности. И нам очень важно сохранять свои коды, понимать общность наших традиций, наших ценностей. Дни славянской письменности и культуры проводятся ТВГУ более 15 лет. И если вначале в праздничных мероприятиях принимали участие студенты филфака, затем других факультетов, то сегодня к торжествам присоединились ведущие вузы Верхневолжья. Они также приняли участие в традиционном шествии. Славянская письменность, да, это наша культура, основа нашей культуры. Вспоминаем то, что нам дорого, и чтим традиции. Мероприятие объединило несколько факультетов сразу. Подобные мероприятия нужно периодически проводить для того, чтобы повышать у молодежи современный интерес к отечественной филологии, письменности. С флагами и транспарантами студенты проследовали от улицы Желябова до сквера филологического факультета ТВГУ, где расположен памятник равноапостольным Кириллу и Мефодию. Там прошел праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы ведущих учебных заведений Верхневолжья.